Приступим. Как обычно, сначала делаем набросок. Накидываем шнуровку, но не пытаемся прорисовывать точно и детально. Перед подмалевком мы должны загрунтовать холст. И легкими свободными движениями, не сильно нажимая, начинаем прокрашивать темные участки. Можно не добиваться четких краев и писать абсолютно свободно и мягко. Но вот на верхней части ботинка лучше сделать жесткий край. И сейчас вы поймете, зачем это нужно. Как вы уже догадались, отдельные строчки будут слегка размыты. Самое главное, не переборщить с бликами. По сути, это самая творческая часть нашей работы. Но опять же, самое главное, не переборщить. Выделяю некоторые стежки, добавляю им контрастности. Ну и абсолютно самое важное и главное – это подпись, которая сделает нашу работу авторской.